О, хорошо, пошла. Так, а где? Нет, 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 подождите, я сам. Вот так, все. Так. Вот так, пусть так будет. Ага, вот здесь надо. Вот это. Так, сели на колени, разминаем колени. Так, нас, я не вижу кого, Вику, Артема. А когда придет Ксения? Артем, я знаю, когда подойдет. А так, значит, внимание сюда. Так, Барта. Самое главное для нас, значит, вот это, все поколение для себя. И пошли перекаты. Раз, два, перекаты. Пошли, вон он. Двое, три, пошли, три, пятый, стоп. Без хлопков, ты не тяжелый. Пошли, вон он. Двое, три, пятый, четыре, шестой, шестой, оп, ногу, десять. Андрей, ко мне. Ко мне. Значит так, смотрим внимательно. Самое главное, это умение падать. Страховка, играете в волейбол, футбол, что у нас там, бадминтон, теннис. Идешь куда-то, зацепилась, упала, сделала страховку, встала, пошла дальше. Значит, посмотрите внимательно еще раз. Падаем на бок, видите ножки. Ножки согнуты, вы должны быть как мяч. Вот, рука здесь. Перекатываемся и страховочка. Раз. Ногой тихонечко. Раз. Пошли. Ты в гадряшке. Три шага. Как усос. Как усос. Поднять голову. Вот. Стой. Третий. Пошли. Стоп. Поднять. Сели. 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 Смотрим на меня. Рука. Мы здесь нельзя. А то плечо. Вывих. Рука должна быть вот это видно. Пошли. Уну. Двое. Три. Пошли. Шестер. Шестер. Оп. Пошли. Сели. Теперь смотрите. Ногу убираем. Ногу убираем. Отсюда. И проходим. Оп. Раз. Сели. Другую ногу убираем. И. Оп. Пошли. Уну. Двое. Лупта. Значит, исходное положение. Фактор сус.
были они согнуты, вас будут ругать. Да. Потому что там совсем другое. Там прямая линия должна быть четкая. Поэтому бьют по ногам, по коленям, прямая спина. Все, каким видом спорта занимаетесь. Так. Значит, еще раз. Посмотрите внимательно. Видели нет? Печора, печора. Это стойка фронтала. Нога отточена впереди, значит, сзади. Стойка спинка, стойка дряг. Понятно, да? Так. Теперь партер суд. Оп. Партер суд. Стойка фронтала. Стойка фронтала. Оп, сзади. Дистанция до метра. Да, 2 километра. Так. Высокий партер. Партер сус. Партер жест. Так, спинаря. Лечь на спину. Спинаря. Ножки согнуть, голову поднять. Капу сус. Колени. Сели на колени. Теперь смотрите внимательно. Спина. Грудь, живот. Высокий партер, низкий, стойка фронтальная. Когда ложитесь на живот, вы не должны так лежать. Вы должны всегда быть готовы встать и бежать, бороться. Поэтому смотрим туда, смотрим на колено. Видите колено? Руки под себя. Хоп. Хоп. Поделали. Хоп. Стынга. Ляпка. Стынга. Ляпка. Стынга. Ляпка. Хорошо. Стойка. Стойка фронтала. Хоп. Ну, кто быстрее? Только фронтала. И на пой, до упас. И на пой, до упас. И на пой, до упас. Вы вдвоем, пожалуйста, перейдите туда. Вот туда встать, пожалуйста. А вы вот туда, вот туда, вот туда, вот туда, еще сюда. И лицом ко мне. Туда, туда, туда и лицом ко мне. Так. Покажи страховку назад из этой позиции. И встать. Так, команду им 8 раз. Вот то, что она сделала, вы делаете команду. Слух, громко. Считай. Ун, дой, говори. Сначала скажи, потом делай. Не слышу. Вот. Мате. Хорошо. Теперь страховка пойдет через партнера. Так, самый маленький, чтобы я его задавил, Вадим. Вадим, значит так, низкий партер. Ложись на живот, просто ложись на живот. Ручки подсветить. Нет, Вадим. Да, ручки здесь. Посмотрите внимательно. Вот сюда не садимся ему. Вот сюда. Не садимся. Не садимся. Чувствуешь?
Меняемся, все время меняемся.
Ложись. Полностью ложись и поднимай. Двое. Три. Два. Три. Пресс. Беатрича делает отжимания прямо.
девочки и мальчики. И мне девочки никогда не говорили, хочу, не хочу. Была очень хорошая девочка. Супер! В пятом классе. Она убивала всех мальчиков. Всех мальчиков. Я думал, все. Когда шестой класс, она говорит, я его не люблю, я этого не люблю. Ну кто это, ничто начал? Никто. Просто хорошая девочка Диана. Не занимается ничем, просто ходит. А брат у нее тоже хороший студент. Он тоже никто, потому что немножко проявил. Хороший парень, что? Значит, еще раз. Вот здесь никто не должен говорить. Посмотрите, я всегда даю так, чтобы девочки выигрывали у мальчика. Все были сильнее, чтобы не было травм. Это первое. Второе. Там, когда вы выходите, девочки не должны говорить, о, я выбывал крестьян. Не должно быть такого вообще. Ты слышишь, сразу выглядит. Потому что ты должна бороться, например, с Григорием. А ты с Григорием не сможешь бороться, он сильнее, намного. Он мальчик и девочка. А вот крестьян, он пока чуть-чуть меньше. Но через 2 года, год, все, я уже тебе с крестьяном не дам. Ну что, он будет уже такой год здоровый. Итак, сейчас, Вадим, вот сюда. Тоже следи. Как тебя зовут? Космин, да? Космин, вот туда в угол. Туда в угол. Беатриче, переходишь к нему. Ты переходишь к нему. Так, Аделина, переходишь вон туда. Да, Кристиан, вставай его. Михаил.
приходишь сюда, Андрюха, сюда, Адурина, сюда, Олеся, сюда, сюда. Приготовили лес. Мальчики защищаются, девочки нападают. Начали! Боремся. Девочки нападают, мальчики. Переходишь сюда? Нет, ты идешь сюда, туда.
шлют. Поднимите чуть-чуть голову, сын. Капу, сын, чуть-чуть. Другой рукой. Другой рукой. Да. Подними голову вверх. Капу, сын, Георгий. Да, подними голову. Так, кто? Матвей. Девочки. Ушли сели. Григорий, да? Да.
ты не убегаешь, не борешься, помогаешь. Стоп. Переворот захвата внутрь. Пожалуйста, бери. А удержание? Еще раз. Смотрите, девочки, внимательно. Раз. Удержание. Я не знаю, я показываю. Плохо. Еще раз. Подними голову, колени согни. Садись сам. На бочок сели. Садись на попу, вот на бочок сели. Хорошо. Так, оценка 4. Стоп, стоп, куда пошла? Ключ. Георгий, становись, она делает, давай, этот переворот ключом. Одна на шею, одна снизу. Где удержание? Переворот зачем делать? Чтобы сделать удержание, чтобы выиграть. Сам переворот до и сам не считают. Так, оценка тебе дело неплохо, а тебе оценка 4. Так, пожалуйста, Михаила. Аделина, сюда. Так, и удержали. Двумя руками надо держать. Оценка 3, ключ. Так, оценка 2. Михаила ушла. Олеся туда. Пожалуйста, переворот захватом по кругу, не удержание. Раз, не удержание. Отлично, умница. 8. Так, ключ. И удержание сбоку. Оп. Да. Так надо зафиксировать, а то мне приходится снижать. Уходишь, оценка 6. 8 и 6. 14. Андрей, сюда. Пожалуйста, еще раз, еще раз. Покажи переворот захватом в круг. И удержание. Садись ножки вперед. Так, это ты начал делать удержание, но он убежит в любом случае. Даже у тебя будет Аделина или кто, Андрей, они убегут. Значит, у тебя оценка 5. Ключ. Оценка 2. Стоп. Дали. Все, ушла. Пожалуйста. Молодец. Оценка 6. Ключ. И зафиксировали. Оценка кич. Так. Кристиан сюда. И перекрошу его. Вы вдвоем, мальчики, сюда ко мне. Сюда ко мне. Значит, Вадим. Кристиан становится высокий партер. Ты показываешь переворот захвата двух. И удержание. Ключ и удержание. Пожалуйста, переворот захвата. Нет, переворот в круг. Нет, Кристиан, нужен, да? Это сейчас на оценку. Нота. Раз. И удержание. Кристиан, мы сожги. Так, оценка шанса. Вадим, второй прием. Ключ. Переворот ключом. Что девочки делают? Не знаю, да? Ушел. Покажи переворот захвата двух. Вадим, 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 сюда. Удержание. Так, Григорий 6. Пожалуйста, Кристиан, ему делаешь. Переворот захвата двух. Ты делаешь, да. Оценка 5. Так. Космин, делаешь ему. Ты, Космин, делаешь ему переворот. Так. Оценка 4. Падает. Итак, у девочек. Аделина, ты какую оценку получила? 8 и 6. У кого здесь было 6? У тебя. Семерка была у кого-то? Нет. Значит, здесь первое место занял Григорий. У девочек первое место занял опять Аделина. То есть второй раз. На все тренировки получил 3. Так. Сколько у нас? Да. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Итак.
по свистку. Внимание. Отжимы. Вы готовьтесь, вы готовьтесь. Стоп. Значит, не двигайтесь. У меня большой вопрос. Как вам? Как вам? Значит, когда вы отсюда выкидаете, здесь сколько народу, и его шлагбаум ударит, я не могу тебя ударить. Значит, отсюда я считать не буду. Смотри, а ты взяла мяч, постарайся, девочка, мандат. Бросать можно отсюда, отсюда, оттуда. На расстоянии 1.5 метра, вот как бы круг. Отходи назад, 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 назад. Так. Назад, назад. Все девочки на свою половину. На свою половину. Стоп, положи мяч, будем меньше. Стоп, мальчики отошли сюда. 1-0. Стоп, стоп, не двигаться, не двигаться. Касается, стоп, 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 стоп. Посмотри внимательно сюда. Вот, она стоит хорошо. Ты стоишь здесь, я понимаю, ты выше. Но он все равно мяч у тебя. Значит, это значит, чуть-чуть отойти от него. Ты стоишь рядом. Как, если она выдаст тебе мячик, он сразу тебя схватит. Значит, ты должна чуть-чуть отойти. Чуть-чуть. Понятно? Приготовились. И стоп! 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 Стань сюда. Стань сюда. Стань сюда. Я буду останавливать, потому что посмотри внимательно. Вот тебе пришел мяч. Он тебе пришел, после этого ты поднимаешь голову и начинаешь смотреть, где девчонки. Нет, у нее мяч, ты должна сразу смотреть, поднять голову. Ага, а Делина здесь? Вертрича там. Тебе дали мяч, ты не сразу сюда или сюда, ну, можешь дать. То есть, не так? Кидай мне мяч. Вот смотри, тебе кинули мяч, ты, ха, а где, кому давай, кому давай? И тебе сразу. Локтями, этот, помолкают, этот. Посмотри внимательно. Посмотрим, вот так сюда будь внимательно. Будь внимательно, Аделина. Стоп! Кидай мяч. Вот я видел, где Аделина, видишь, я сразу могу мяч кинуть. Почему? Потому что я знаю, что я видел, как ты стоишь здесь. Поэтому я тебе сказал, будь внимательно. Получил мяч, сразу раз могу отдать. Если никого нет, ты можешь не отдавать. Приготовились. Отжим. Внимание.
лежать и прыгать на него. Посмотрите еще раз. Если я прыгаю, вот, например. Если я прыгаю, он может меня поставить руку, у меня... Эй! Я могу упасть, удариться головой. Почему? Потому что я вот так прыгаю. Я должен встать боком, или сюда лицом, или сюда. Поставить руку. Если я прыгну, даже если он меня толкнет, я останусь на ногах. Ты же бежишь. Бежишь, защищаешься. Так нельзя защищаться. Зацепилась, упала, ударилась, он сверху на тебя упал. Еще раз. Поэтому я и говорю, в спортивных играх не просто бегают, как легкоатлет, а надо передвигаться, передвигаться, сюда, раз, прыгнул, опять встал, назад на очки. Much.
Если вдруг схватили, не надо крутить резинкой, не надо крутить. Просто придержать и отпустить. 2-3 секунды и отпустить. Yeah.
среда, пятница. Лаворадор. Те, кто не в группе, надо в группу. А, пожалуйста, Беатрича первая. Что? Первая. Аделина вторая. Михаила третья. Куда? Куда? Туда. Андрюшка, сюда. Еще, еще, еще. Девочки, еще чуть-чуть ближе. Мальчики, ближе сюда. Сюда. Ближе. Внимание. Опусти. Нет, не надо. Вот эти вот не надо. Это когда вы самостоятельно. Здесь директор смотрит. Так. Еще раз. Так, теперь стоп. И последнее. Значит так. Аделина сюда. И кто еще у нас хорошо? А, Григорий, сюда. Так. Выбирай, что тебе. Так, еще раз. Из холодильника. Сразу не густо. Итак, первое место. Первое место. Значит, еще раз. Даю прием. Делайте, делайте хорошо. Потом